Во дворце культуры «Комсомолец» состоялся урок-концерт «Воспитать патриота». Выступавший на сцене Владимир Пшеничный исполнял песни патриотического характера с целью пробудить в молодежи любовь к родине. А на той стороне под прикрытием леса посадки заряжается град не спеша за снарядом снаряд. На прицеле село, где пришедшим нацистам не рады, и стоит ополченческий наш добровольный отряд. И земля задрожала, заплакали в пламени хаты, и от криков «О Боже, спаси!» закипала душа. Подробностями подготовки концерта поделился Владимир Тутов. По инициативе администрации города Горловка проводится сегодняшнее мероприятие во Дворце культуры «Комсомолец». У нас в гостях автор и исполнитель песен Владимир Пшеничный. Мероприятие патриотического направления, урок-концерт «Воспитать патриота». Сегодня присутствуют учащиеся близлежащих школ 12, 10, 48. Это тот район, который часто подвергался обстрелам, находится в непосредственной близости от передовой нашей. Также здесь присутствуют учащиеся профессионально-технического учебного заведения. Я считаю, что люди получат сегодня положительную эмоцию, правильный эмоциональный настрой. Также Владимир Пшеничный делал акцент на песне, посвященной защитникам границ Донецкой Народной Республики и детям, которые погибли во время карательной операции украинских военных. Во время небольшого перерыва военно-патриотический клуб «Амазонки», состоящий исключительно из девушек, продемонстрировал сборку и разборку автомата как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Все зрители остались довольны, а мы, в свою очередь, успели пообщаться с самим исполнителем. Концерт проводится с одной только целью, чтобы воодушевить нашу учащуюся молодежь на активную патриотическую деятельность. Я в Горловке не первый раз, и всегда мероприятия проходят очень тепло, встречают. Все замечательно, организация, всем огромное спасибо. В первую очередь, это, конечно, администрации города, потому что именно они организовали это мероприятие. И в дальнейшем у нас такой цикл запланирован. То есть огромное спасибо всем. Детки замечательные, замечательная администрация ДК. То есть все прекрасно. На базе ДК «Комсомолец» будет открыт новый военно-патриотический клуб, который будет воспитывать в детях здоровый патриотизм. Преподаватель одной из школ поделилась комментариями. Детям сейчас как никогда нужно патриотическое воспитание. Мы, учителя, должны воспитывать патриотов нашей маленькой родины. Я смотрела в глаза детей, когда исполнялась песня, и видела в их глазах сочувствие к погибшим, гордость за нашу страну. Весь зал аплодировал, а музыкант, в свою очередь, дал понять, что Горловку он посетит еще не один раз. Денис Ленцов, Дмитрий Белодет, 6 ТВ.